Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами распаковать посылку и попутно выполнить запрос одной моей зрительницы и показать свою коллекцию. Она у меня совсем-совсем небольшая, Павла Посадских платков. Ко мне пришла вот такая вот посылочка. Заказала я платки, кстати, на распродаже, я не сотрудничаю с этой компанией, заказываю все на свои денежки, но как-то я увлеклась платками, украшениями, парфюмерией, в общем, все наше девчачье мне очень-очень нравится, скажем так. Вот, и попутно покажу вам, там есть раздел, кстати, распродажи на сайте, но там на самом деле не так много представлено позиций, как мне бы хотелось, наверное, но все-таки тоже те позиции, которые я здесь заказала, они мне безумно понравились. Мне есть чем их носить, и это самое главное. Но давайте для начала я покажу вам те платки, которые у меня уже есть. Во-первых, из предыдущих моего заказа у меня вот такой вот синий. Это шерстяной платок, тонкий шерстяной с шелковой бахромой. Я надеюсь, его видно сейчас было. Вот такой красивейший просто узор. Мне безумно нравится. Я с огромным удовольствием его ношу, носила, да, потому что сейчас уже становится более-менее тепло и уже шерстяном достаточно жарко. Этот платок мне очень нравится под мою синюю такую куртку. Он у меня просто вообще шел на ура, скажем так. Следующий платок тоже из предыдущего заказа, который не всем, наверное, понравился, но мне нравится безумно. Вот такой вот желтого цвета. Он тоже шерстяной, тоже с бахромой. Он небольшого размера, да, вот такого. Вот такой, с синими такими огурцами, скажем так. Очень мне нравится, очень красивый платок. Я его тоже носила. Я его, кстати, носила из такой у меня... Есть такая куртка, она немножко розоватая, такая бежево-розоватая. Вот с этим платком он как яркий такой акцент. И цвет вот этот желтый мне безумно нравится в последнее время, в особенности. Много с чем я его сочетала. С огромным удовольствием носила. Очень классный платок. Давайте следующий платок. Это самый первый платок в моей коллекции. Это шерстяной платок. Причем, по-моему, это двунитка или как-то так это называется. И он идет шерстяной бахромой. Он классический его вариант, но безумно красивый. Это, кстати, был подарок моего мужа на 8 марта, потому что я очень сильно хотела этот платок. Я просто спала и видела, что называется. Он идет черный, вот с такими цветами. Он просто огромный. Это, наверное, 150, который, да, 1,50 м. Вот такой вот красивенный. Но это такой классический, наверное, кто-то скажет бабушке один вариант. Но я бы так не сказала, что это бабушкин вариант. Я его ношу зимой, потому что он мега-мега теплый. В особенности я его ношу этому платку больше 10 лет. Лет 11, наверное, уже. И посмотрите, в каком он классном состоянии. Его стираю в стиральной машинке с жидкостью для стирки шерстяных вещей, с кондиционером на ручном режиме. То есть я не сдаю их в химчистку. Прямо такая, знаете, огромная шаль, на мой взгляд. Что-то мне с ней не справиться. Давайте я вам вот так вот покажу. Прямо такой русский-русский платок. Я его ношу зимой, когда мы идем куда-то гулять, я просто вот так оборачиваюсь в него, сверху одеваю какую-то верхнюю теплую одежду, и мне безумно тепло, у меня закрыта шея, у меня все закрыто, можно даже на голову, да, одеть, но на голову на самом деле я не одеваю, потому что мне кажется, что я точно становлюсь какой-то бабушкой, такой матрешкой, по крайней мере, точно. Это мой самый любимый и самый первый платок. Я его безумно люблю и буду носить еще долгое-долгое время, даже если вот это вот вдруг все не модно. Я очень рада, что я могу себе позволить быть не модной. Это подарок моей сестры. Вот такой вот он идет, вот с такими цветами, серый.
тоже идет с шелковой бахромой, правда, она у меня уже тут подсносилась, она у меня застревала, у меня была такая куртка на молнии, она у меня застревала в этой куртке, я ее тут повыдирала некоторые, честно, но этому платку лет 10, наверное, то есть он у меня появился практически сразу после вот того большого платка, мне его подарила, как сейчас помню, сестричка, по-моему, на Новый год, за что огромное спасибо, потому что расцветка его просто безумнейшая, посмотрите, серый, вот с такими розовыми цветами, я не знаю, есть ли вот эти платки на сайте сейчас, я думаю, что уже, наверное, нет, вот, но вот такой вот у меня очень красиво, у меня было еще и серое пальто, я до сих пор ношу этот платок с серым пальто, очень он освежает, на мой взгляд, очень красиво смотрится. Последнее, это у меня шарф, шаль, наверное, палантин, как правильно, палантин, по-моему, называется. Идет он, по-моему, с хлопковой или шерстяной бахромой, которая у меня тоже тут спуталась. И выглядит он вот таким вот образом. Такие цветы, огурцы. Тоже это подарок моей сестры. Она мне тоже дарила. Она мне, кстати, у нее вообще, у моей сестры, коллекция вот этих павлопосадских платков просто огромная. Вот, вот такая вот красота, тоже он шерстяной, тоже безумно теплый, очень мне нравится, как он выглядит, вот, и я его тоже с огромным удовольствием зимой в основном ношу, потому что он тоже такой плотнее, чем вот этот вот платок, этот более такой тоненький, вот, а этот уже более теплый, но такой платок, мне кажется, вообще подо все подходит. Давайте уже распакуем мою посылочку и посмотрим, что же там у меня пришло. Они, кстати, очень классно упаковывают. По поводу доставки. Доставка у меня была бесплатная, Почтой России. Кстати, сама упаковка, посмотрите, какая, да, идет здесь написано «Платочная мануфактура с 1795 года». Но действительно, мне кажется, это то немногое у нас в России, что осталось просто потрясающего качества. Это не может не радовать, на самом деле. Так, по поводу оплаты. Оплатить можно, вам выставят счет. Оплатить его можно в Сбербанк онлайн, если у вас есть приложение, там можно ввести расчетный счет, там еще что-то, то есть вам выставляют счет, и вы оплачиваете онлайн. Так я сделала вот с этим заказом. Предыдущий свой заказ я оплачивала, то есть на месте, когда получала на Почте России, и тогда взимается там какая-то комиссия за перевод обратно вот этих денег. Ну, в общем, почти сколько-то там, 100 рублей, что ли, или 200 рублей я заплатила тогда, ну, что-то такое. Вот, и решила в этот раз оплатить онлайн, чтобы не платить эту комиссию просто, и все. Смотрите, вот так вот все запаковано. Очень супер. Жалко только, что такое количество бумаги ушло на мою посылку. Все это находится в пакете. И давайте я уже распакую вот эту синюю прелесть. Это получается не платок, а шарф, палантин. Идет чисто шерстяной, набивной, шелковой бахромой. Называется название рисунка «Дива», автор рисунка Фадеева Валерия. Размер его составляет 2 на 200. Вот так вот, надеюсь, видно. Давайте его раскроем уже, посмотрим. И здесь бахрома идет двух цветов, то есть синяя и такая серая. Очень красиво, девочки, посмотрите, какая красота. И вот так вот, вот такая вот просто безумная красота, девочки. Смотрите. Смотрите, какая красота. Просто, он просто волшебный. Он, видите, такой тоненький, полупрозрачный. Единственное, что он с другой стороны более блеклый рисунок, чем вот с этой стороны. Видите, он не двухсторонний. Это не очень, конечно, мне нравится. Но да ладно. Смотрите, какая красота. Боже мой. Просто, мне безумно нравится. Вот такой потрясающий, просто потрясающий платок теперь у меня есть. Очень красивый, девочки, мне безумно нравится. И вот эта вот бахрома длинная такая, очень красивая.
Мне, кстати, нравятся платки с бахромой. Именно, наверное, за это, но еще плюс за качество. Мне нравятся павлопосадские платки. Мне одна девушка как-то написала по предыдущим, когда показывала предыдущий свой заказ, что ей не нравится бахрома. Как раз-таки там есть платки без бахромы. И, по-моему, они как-то с обрубкой или как-то так они называются. В общем, я заказала себе тоже на распродаже шелковый платок из натурального шелка. И он как раз идет без бахромы. Посмотрите, какой красивенный. Просто обалденный, девочки, платок. Из натурального шелка. Платок из натурального шелка набивной. Шелк 100%. Размер 89×89. Сорт какой-то первый. Название рисунка Фиджи. Автор рисунка Фадеева Валерия. Он также идет не двухсторонний. С этой стороны яркий рисунок. Здесь более такой, ну хотя тоже вроде яркий, да, но мне кажется, более блеклый с другой стороны. Я их так повязываю, просто чтобы вам показать мягчайший шелковый платочек, который, ну, за счет вот этих своих ярких каких-то моментов очень хорошо, кстати, будет смотреться с черной кожаной курткой, да, или с какой-то бордовой курткой, будет очень, мне кажется, освежать. Здесь на этикетке как раз-таки и предусмотрена ручная стирка. Можно ручной стиркой, можно гладить при максимальной температуре подошвы утюга 100 градусов. Так что вот такая вот у меня теперь красота есть, девочки, просто супер. Мне очень нравится, несмотря на то, что он как бы основа его черная, но за счет вот этих бабочек смотрится он потрясающе, конечно, такой охлаждающий шелк, очень качественный, девочки. Так что всем советую. Так что ссылочки на новые платки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Если они сгорели, на те, которые я показала предыдущие, да, из моей коллекции, тоже вам оставлю внизу в инфобоксе. Но я безумно увлеклась прям павлопосадскими платками. Еще мне нравится то, что это не просто рисунок, это создавали художники. И действительно, рисунки, ну, на мой взгляд, уникальные, нигде такие не найдешь. И платки просто супер качество. Потому что вот уже 11 лет, считайте, даже, наверное, чуть больше, как у меня вот этот вот классический, скажем так, платок, и ничего с ним не случилось. Это говорит, мне кажется, о многом. Хотя я его стирала в стиральной машинке достаточно часто, но всегда жидким средством и всегда на какой-то деликатной или ручной стирке. Вот. Так что на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!